какой дядька большой, а в лазике Всю ночь кололи и опять. И шутит. Вот человек. Только потому и живет, что жить хочет. Что, Наталья Дмитриевна? Серафиму Николаевичу звонили? Звонила. Скоро будут. У него обед не сейчас. Как отслужит, обязательно приедет. Хорошо. Глухая, понимает. По губам. Во время войны в бомбежку попала. Кто ваш? Разве верующий? Скажешь тоже. Академик и вдруг верующий. А для чего же ему поп? Родственник он Натальи Дмитриевны. Когда приезжают из Москвы, они с ним беседуют. Зиночка, здрасте. Здравствуйте. Как дела? Как здоровье? Да чего там здоровье? Консилиум был? Час тому назад разъехались. Проходите, пожалуйста. Михаил Алексеевич, можно? Ждет вас. У Федора Алексеевича есть кто? Полно. Значит, ему лучше? А я не доктор. Просите, пожалуйста, Наталью Дмитриевну. Да уж звали, сколько можно. Сказал, что не хочет вас знать.
спешите. Уважаемый товарищ секретарь обкома, история волокиты с электричеством в поселке Марфино возмутительна. А именно, двоеточие. Двоеточие поставили? Давно. Итак, вкратце сообщите суть дела и укажите, что три письма Марфинца в областное управление осталось без ответа. И закончите так. В связи с изложенным выше, обращаюсь к вам через их, так сказать, головы. Через их головы. Через их, так сказать, головы. Через их, так сказать, головы. И подпись. Депутат Верховного Совета, академик Дронов. Приглашение из Англии. У них конгресс физиков через 2 месяца. Dear Professor Dronov, I am enclosing an invitation from you to attend the conference of physicists, which will be held in Cambridge. Не смогу. Поблагодарите и вежливо откажите. Стоп, стоп, стоп. Что вам в Москве-то сказали? В каком смысле? Врачи. Обычные медицинские штучки. Дыши, не дыши, покажи язык и все. Он у себя. Спасибо. Доктор, доктор, где ты был на Фонтанке? Вот купил. Счетах допущена какая-нибудь ошибка, и поскольку я отвечаю за нет, это... Нет, нет, тут быть... все в порядке. Просто материалы не выдерживают высокой температуры нагрузки. Вы уверены, что других причин для аварии нет? Я не вижу. Вы не видите, Федор Алексеевич увидит. Возможно. У меня вообще плохое зрение. Я тут как-то чуть не угодил под автобус без очков. Господи, это при нашем-то движении. А что бы вы делали в Москве без очков? В Москве без очков я бы уже давно ничего не делал. Ксения Петровна. Не надо. Дорогой Алексей Николаевич, не будем об этом говорить. Пока не будем. Ну что ж, пока человек жив, он надеется. А пока надеется, жив. Виктор Андреевич, у себя? Да, пожалуйста. Что случилось, Асенька? Витя, я звонила в Москву, разговаривала с профессором Снитко. Ты? Я теперь знаю, почему Федор Алексеевич уклоняется от встречи со мной. А именно? Дронов должен немедленно прекратить работу. Иначе это очень плохо кончится. И скоро. То есть... Вы все обязаны всю работу взять на себя. Ему необходимо отдохнуть. Понимаешь, Асенька, в моем положении это не очень удобно. Получается, будто бы я сам себя... Включите свет! Предположение об аннигиляции дает возможность объяснить почти все явления, сопутствующие взаимодействием элементарных частиц. В некоторых случаях частица и античастица могут быть тождественными, то есть полностью совпадать. Продолжайте. Как это имеет место в случае фотона... Здравствуйте, Ася Давыдовна. Как ваше здоровье?
Вот что, Федор Алексеевич, если вы не уважаете меня как человека... Что? Что вы? Уважайте хотя бы как вашего лечащего врача. Что вам сказали врачи? Ничего. Так-таки ничего. Вы пришли, они помолчали, и вы ушли. Не совсем. Я звонила в Москву, разговаривала с профессором Снитко. Я знаю все. Тогда другой разговор. Слушаю. Я запрещаю вам работать. Не выйдет. Я буду жаловаться. Ого, кому? Полный покой. Хотя бы год. А потом работать? Выйдет наоборот. Да поймите же, это самоубийство. А вы неправильно понимаете самоубийство. Самоубийство – это бегство от жизни. А я не хочу перестать жить ни на минуту. Поймите, мне ни к чему иначе. Вот сейчас, если хотите знать, решается дело всей моей жизни. Словом, хотите лететь на Марс, могу устроить по знакомству. Все шутите. Как сказать? Дело в том, что плазма, как основа энергетики будущего. Но говорить о технической стороне дела, все равно ничего не поймете. Нужен именно я, чтобы руководить этой работой. Вот отличная голова у Вязьмина. Но нужен мой авторитет, чтоб поверили на заводе. Ведь нового-то боятся. От него поначалу только одни неприятности. А эта работа моя плоть, мой мозг, мое дыхание, я сам. А вы хотите, чтобы я все это бросил. И что? Отдыхать? Для чего? Чтобы прожить на год, на два больше? В безделии? Помилуйте, разве это называется прожить? А к чему мне такая жизнь, чтобы вообще существовать? Но... Ну, погодите, погодите. Делайте что-нибудь одно. Либо плачьте, либо говорите. Я ведь прекрасно понимаю, что скрывается за этим вашим «но». Лечите. Пичкайте лекарствами. Режьте. Я на все согласен. Все вытерплю. Все мое бренное ваше. Кроме... этого. Да ведь Снитков отдал всего год. Он дал, я взял и квиты, точка. Мы с вами поссоримся. Милый, милый мой доктор, с вами мы никогда не поссоримся. Но я составлю режим. Вы снимете с себя все остальные нагрузки. Если вы не будете его выполнять... Клянусь, буду. Моими ближайшими помощниками. Учениками? Ну, пусть так. Поэтому с вами первыми я решил поделиться следующим. Некоторые соображения вынуждают меня сократить срок работы над двигателем, а именно, сдать его не позже, чем через год. Но это невозможно. Я все обдумал, все взвесил. И чтобы сосредоточиться исключительно на объекте, передаю свое директорство временно нашему уважаемому Виктору Андреевичу. Как можно, Федор Алексеевич. Принимайте поздравления. Что на этот раз аварии не будет. Институт сделал все возможное. Смотрите, если еще раз что-нибудь вернем объект для доработки. Группа 1,
Группа 2. Готов. Группа 3. Готов. Объявляю готовность 15 секунд. Внимание. Пуск. Бросить тягу. Только постепенно. Иди ты со своим счастьем. Я боюсь, товарищи, что вы недостаточно объективны. Работа Дронова – это дело огромное, государственной важности. А план завода – дело не государственное? Вы своим объектом режете нам все на свете. Это пустой разговор. Вы изготовили двигатель, испытайте его и сдайте. Легко сказать. Во время последнего испытания мы чуть не взлетели на воздух. Ну, что вы хотите от меня практически? Уберите объект обратно в институт. Временно, конечно. По-хорошему говорю. Иначе будем добиваться в Москве. Ну что ж, пусть нас Москва рассудит. Преклоняюсь перед вашей самоотверженностью. Удивляюсь. Но помяните мое слово, эта работа вас раздавит. Не думаю. Скорее, Дронов раздавит всякого, кто посмеет заикнуться о том, чтобы взять двигатель с завода. А зачем самому заикаться? Надо, чтобы указание пришло бы, так сказать, из сверху. Пока я директор, из этих стен не выйдет бумага, порочащая работу Дронова. А зачем порочить? Неплохо производит впечатление. Между прочим, любопытные истории тут как-то рассказали про работников одного научного института. Надавали, понимаете ли, авансов. Перехвалили свою работу. Оправдать авансы в назначенный срок, увы. Ну, начальство, сами понимаете, в ярость. Неоправданные надежды, горькие разочарования. И работку прихлопнули. И по делам. Чего не бывает. Федор Алексеевич, Федор Алексеевич. Как бы все было хорошо, если бы не его болезнь. А потом... Алексеевича здесь нет. Нет, не знаю. Здесь его нет. Федор Алексеевич. Федор Алексеевич к нам не приходил. Авария. Ой, в чем они правы, я так Федору Алексеевичу и написал. Но это черт знает, как настроены заводчане. А он тебя еще не вызывал? Нет. Да. Невеселый у вас будет с ним разговор. Особенно если учесть, что здоровье его весьма и весьма. Вот это меня и убивает. Ну, во всяком случае, наша задача – это подстегнуть завод. И не давать им козырей против Дронова.
Здоровье Федора Алексеевича, это... Мы не имеем права не думать об этом. Ну что же делать? Бороться. Бороться. Надо написать докладную в комитет. Подчеркнуть достоинство работы. Государственную значимость объекта. А не палатка, заводчане без нас, трезвонят достаточно. В общем, по-моему, даже не грех кое-что и приукрасить. В конце концов, мы же вправе утверждать, что работа готова. Претензии завода неосновательные, и можно ждать от двигателя немедленного и огромного эффекта. Как готово? Ну, в принципе, да. Как же так? Я в своей записке Федору Алексеевичу указал совсем другое. Ты путаешь разные вещи. Твоя записка Дронова — это наше. Внутреннее дело. Самокритика хороша только у себя дома. А то, что я тебе предлагаю, это дипломатия. Ты считаешь, что эту докладную должен написать я? Ты наш представитель на заводе, тебе и карты в руки. Все-таки, Виктор, это твоя идея с докладной мне не по душе. Все верно, дружище. Я тебя отлично понимаю. Но скажи мне, что делать? Я тебя не как директор, я как друг спрашиваю. Ася говорит, старик очень плохо. Только и живет надеждой. В этой работе для него все. И что, взять объект обратно? Чтобы все прах. Ни за что. Заводчане едут в Москву, и я поеду. И буду там драться. Да-да-да, изворачиваться, хитрить. В конце концов, лишний день жизни старика стоит того, чтобы отбросить всяческую щепетильность. Остынет. Либо твоя бухгалтерия, либо... Надо спешить, старик. А куда спешить? Времени мало остается. Ну как? Во. Не хочешь, не пиши. Хорошо, я составлю докладную. Ну вот и отлично. И коли решил, не задерживай. Через два дня я дам ее тебе на подпись. Ну, прелестно. Хотя подожди. Ах ты, черт. Склероз уже начинается. Я же завтра улетаю в Москву. Ну ничего, ты подпишешь сам. Ты же имеешь право, как наш ученый секретарь. Главное, только не задерживаешь. Показать ее Дрону? Ой, упаси тебя Бог, ни в коем случае. Он никогда не согласится на похвалы в свой адрес. Ну а за то, что понял меня, спасибо. Спасибо, друг. Попался. Идите за мной в поликлинику. А можно хоть сначала переодеться? Да видите ли, все никак не мог разобрать, в чем там у Вязьмина заковыка случилась. Анализ аварии сделал такой, что не подкопаешься, вывод хуже некуда. Думал я, думал, ничего не мог придумать, и вдруг сегодня утром мне что-то стрельнуло в голову. Мысль я имею в виду. Что-то стало просвечиваться. А тут как раз назло процедурный день. Пришлось спрятаться. Но больше не буду, честное слово. Ну что вы сердитесь? Да потому что мы делаем все, а вы... Все! Это я могу вытерпеть все. А вы можете сделать все? Ну ладно, пойдемте лечиться. Виктор Андреевич, положение очень серьезное. Я говорила с заводскими товарищами,
И у меня сложилось впечатление, что нам нужен другой представитель на заводе. Не Вязьмин. Алексей Николаевич человек очень талантливый, но мягкий, уступчивый. А тут нужен такой, который защищал бы работу Дронова, как свою жизнь. Представительство на заводе дело сложное, даже опасное. Кого вы можете предложить взамен? Простите себя. Угу. А вы знаете, мне нравится ваша решимость. И, похоже, вы правы. Мне самому в последнее время стало казаться, что Алёшка, пусть даже бессознательно, но потерял интерес к работе Дронова. Нет прежней увлеченности, веры, которую я увидел сейчас у вас в глазах. Ну, разумеется, он абсолютно безупречен, но... Вы знаете, мне стало приходить в голову, не произошли ли у них с Дроновым какие-нибудь шероховатости на личной почве? Какие же к тому есть основания? Не знаю. Не знаю. А впрочем, Ксения Петровна, я могу быть с вами предельно откровенен? Конечно. Видите, Ксения Петровна, родная, все мы очень любим Федора Алексеевича, не так ли? Ну, талант, махина, его нельзя не любить. Ну вот, мне кажется, что Вязьмин, который, ну это уж все знают, неравнодушен к вам, думает, что будто бы вы... Ну и так далее. Что и так далее? Ну, будто бы вы питаете к Дронову нечто большее, чем все мы остальные. Вязьмин вам это сказал? Ну, разумеется, нет, но ведь он мой друг. Как-нибудь я научился понимать его без слов. Вот я и думаю, не ревнует ли Алёшка вас к Дронову? Пусть без причины, я все могу понять. Но ведь ревность это такая подлая, такая безжалостная штука. Из-за нее даже самые безвольные люди способны... Так как же с моим предложением? Ну что ж, я обещаю подумать вам, Ксения Петровна. Посоветуюсь с Федором Алексеевичем. Думаю, решим положительно. Считаем, что положение дел по теме 24 требует срочного расследования комиссии на месте. Подпись. Группа 1. Готов. Группа 2. Готов. Группа 3. Готов. Объявляю готовность 15 секунд. Отбой. Отбой. Прекратить испытание. Временно, конечно. До решения комиссии. А я уверен. Слышите ли, уверен. В таком случае я прошу, я даже настаиваю на включении меня в комиссию. Да нет, нет, не откажусь. И поеду, и полечу, и все что угодно. Да-да, так и доложите председателю комитета, что, дескать, старик выжил из ума и сам напрашивается. Продолжается посадка на самолет Ту-114, выполняющий рейс 321 по маршруту Москва-Гуанна. Объявляется посадка на самолет Ту-104, выполняющий рейс 095 по маршруту Москва-Новосибирск. Перерыв. А режим? А вы не видите, человек занят. Доведут, понимаете, человека со своим свинячим режимом. А у человека, может быть, кое-что получается. Тьфу-тьфу, только бы не сглазить. Вы будете отдыхать? Не буду. Звоню в поликлинику.
Уговорили. Я человек дисциплинированный. Несомненно. А вы меня Вязьмина к пяти вызвали? Разумеется. Да, звоните после пяти. Кто звонил? Не разобрала. Эта женщина сведет меня с ума. Постарайтесь дремнуть. А Рогозин не приходил? Учитель, насчет ремонта крыши. Как у него дела? Отвечайте же. Тянут. А вы звонили в райжилотдел? Да, обещали после 20-го. Так следующее столетие тоже будет после 20-го. Вы это им сказали? Примерно. Обещали в ближайшие дни. А вот по теории относительности Эйнштейна, ближайшие дни для них – это не ближайшие дни для Рогозина. Это вы им заявили? Вряд ли они слышали об Эйнштейне. Я сказала о прокуроре. Договорились до 25-го. Просили не беспокоиться. А Рогозин меня выбирал в депутаты, чтобы я беспокоился. Числа 23-го проверьте, пожалуйста. Черт знает, что это. Да? Звоните после пяти. А я бы на вашем месте называл людей по имени и отчеству. Все-таки деликатнее. После пяти буду деликатнее. Тамара Ивановна, Моргунов прилетает. Вы слышали? Я же вам сказала. Тоже верно. Терпеть не может летать. Что там случилось? Вязьмин, Вязьмин, где ты был? На Фонтанке водку пил, выпил рюмку. Выпил рюмку, выпил две. Зашумело в этой самой. Вязьмин, Вязьмин, где ты был? Как настроение? Нет у меня никакого настроения. Напрасно. Напрасно. Такой великолепный анализ сделали. А вот как дошло до вывода, смолодушничали. А почему? Потому что зашумело. Что зашумело? Не что, а где? В голове. Надо знать классику. Как же у вас с выводом, а? Да плохо. Тупик. Не слышу? Тупик. А чего вы кричите? Нашел чем хвастать. Запомните, дорогой мой друг, тупиков в жизни нет. Тупик бывает здесь. Вернее, здесь. Вот ваш тупик.
Вы заняты? Звонят из областного управления относительно электричества в поселке Марфино. Насчет письма первому секретарю обкома. Очень ругаются. Ругаются? Слушаю. Здравствуйте, товарищ Дронов. Добрый день. Скажите, откуда узнал первый секретарь обкома? Я написал. Люблю, знаете ли, с крупными партийными работниками переписываться. Но почему же через нашу голову? Так я же выяснял. Марфинцы вам писали трижды. Вы ноль внимания. Вот я и к секретарю обкома. Так вы понимаете, какие у нас теперь неприятности? Нас вызывают до бюро обкома, да? Неприятности вам от него? Так я же для этого и писал. Но ведь это нехорошо, неэтично. А быть бюрократом этично? А целый поселок без света держать, это тоже этично? Так вот, приходите на мое отчетное собрание к избирателям, они нас там по части этики и рассудят. Сукин сын. Федор Алексеевич. Откровенно говоря, пришлось таки поломать голову. Я просто бездарность. Ну. Вы в это сами не верите. Почему же я не нашел выхода? А потому что тупик. Сразу встали и закричали. Тупик! Ничего нельзя делать сгоряча. И опять я у вас в долгу. Естественно. Я у Моргунова, вы у меня, а у вас следующий эстафета. Федор Алексеевич, пришла медсестра. Что-то опять укол? Кто пришел? Надя. Это хорошо. А то у них там есть рыженькая Жанна. Так так как кольнет, так после этого, пардон, не сядешь. Все обошлось? Да. Прекрасно. Вы знаете, он гений. Но я очень рада. А мы вас ждем, ждем. Даня! Нет, матушка, здесь есть магнит посильнее. Сперва ручку, затем щечку, а затем так и быть в лобик. А в губы? Ой, Федьки, боюсь. Ну уж так и быть. Ну теперь ты. Ну, здравствуй. Господи, ну и костлям же ты стал. Что плохо за ним смотришь? Я стараюсь. Ну да, нет, хуже жены математик. Ах, да, читал я твою работу, Вестики, не дурна. А окончательная формула такая, это просто букет Абхазии. Эдакое объедение для ума и сердца. Подождите, Михаил Борисович, вы меня хвалите, а я ничего не понимаю, не так быстро. Ишь, хитрюга. Валюша! Гляди! Садитесь уж, целей будете. Нет, это прямо чудо какое-то. Столько радостных событий в один день. Это мой-то приезд, радостное событие? Ну а как же? Ну и ну. А еще? Сейчас расскажу. То есть Дронов попросту гений. Ну, самый обыкновенный гений. Итак, создана комиссия. Задание – расследовать и доложить комитету. Почему, дескать, работа признана как будто и готовая, а результатов-то нет? Не является ли это липость? Член комиссии – ваш покорный слуга. Скажу прямо, начальство в ярости. Скажи, пожалуйста, кто у тебя представитель на заводе? Теперь Румянцева. Вчера говорил с ней по телефону, там тоже тревожно. А она не паникёр, твоя Румянцева? Знаешь, все-таки женщина, слабый пол. Нет, это замечательная женщина. Ах, ну, значит, ты туда докатилась. Ну, короче говоря, комиссия выйдет на днях, а я прилетел, чтобы ты мог подготовиться. Нам тут нечего прятать. Ну, я не сомневаюсь, но подготовиться к бою необходимо. Времени жаль. Комиссия. Фу. Жаль впустую тратить время. Ну, кому ты говоришь? У меня времени меньше, чем у тебя осталось. Вам, Румянцева.
Как, и она прилетела? Так просите. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомы? Никак нет. Михаил Борисович Моргунов, мой учитель. Очень приятно. На заводе приостановлена работа над объектом. Надо лететь в Москву. Да нет, нет, не надо, не надо. Москва сама к вам будет. Вот кусочек Москвы. Да вы не волнуйтесь так. Голову на отсечение, теперь все будет в порядке. Спросите у Вязьмина. Здравствуйте, Наталья Дмитриевна. Наташа, с тобой Ксения Петровна здоровается. Простите, вы же знаете, Наталья Дмитриевна плохо слышит. Я в следующий раз. Прошу. История тут у меня была с моей благоверной. Приревновала она меня малость. Ваш? А что ж тут странного? Вот Наташа тактичный человек, не удивляется. Заболела моя постоянная сценографистка, и прислали мне новую. Барышня, доложу вам, пончик. И каждый день это новая кофточка, но одно неизменно, декольте ниже всех моих возможностей. Что-что? Нет, ничего, проехали. И вот можете представить, вдруг я замечаю, что моя старушенция начинает нервничать. Как только стенографистка ко мне, так Матильда в соседнюю комнату и ушки топориком. Ну, выбрал я тогда минутку и нарочно громко сказал стенографистке. Милая барышня, вот я говорю, вы все мне глазки строите, нагибаетесь ниже нормы. Ну, то, что я вам нравлюсь, меня это, конечно, не удивляет. Все-таки, как-никак академик, опять же, вдове моей пенсии будет солидная. Так что, говорю, понимаю, вполне, так сказать, могу еще понравиться молодой незамужней женщине. А вы, собственно, чем хотите поразить мое воображение? Молодостью и красотой? Но я в свое время не сочить за хвастовство видал редкое. Житейским опытом, опять же, прямо надо сказать, беседовать с вами пищи для моего ума маловато. То ли дело, говорю, моя старушенция, всю жизнь вместе прожили, все друг про друга угадываем. Вот сижу я здесь с вами и мило беседую. А ведь знаю, что сидит она в соседней комнате и рот закрыла, чтобы не выркнуть. Как моя Матильда брысит! Как это ведь краской зальется, сумочку цопик не верит. Я все поняла, прелесть какая. Ну, а что же было дальше? А вот дальше я пойду и отдохну на своем персональном диване, если возражаете. Ну, конечно, ну, конечно. А то пусть самолета немножко. Наташа, ну зачем же ты с Румянцевой так? Как? Она с тобой поздоровалась, а ты не ответила. Ну, это случайно. С глухими так бывает. Она хорошая женщина. И скоро мы, вероятно, будем гулять на ее свадьбе. Вот как опять? Как, разве мы уже гуляли? Нет, но она уже была замужем. Так за кого она выйдет на этот раз? Как ты нехорошо говоришь. За Вязьмина, ведь он же в нее влюблен. А она отвечает взаимностью? Да будь я на месте женщины, я бы врезался в него по самую макушку. Это не на месте женщины. Но ведь есть же и у нее глаза. Есть. Мы еще будем говорить о ее глазах или переменим тему? Переменим, Наташенька, переменим. Да, тебе привет от твоего родственника, отца Серафима. Он сейчас в Греции на конгрессе сторонников мира. Скоро прилетит. Ты, пожалуйста, не просиживай с ним все вечера за шахматами. А мы с ним не только играем, мы и спорим. Скажи,
Как ты себя сейчас чувствуешь? Знаешь, Наташка, хорошо. Просто даже превосходно. Погоди, мы с тобой еще всюду поездим. В Греции будем, в Лондоне, по Союзу. Я ведь сейчас в самом расцвете сил. Тут планы, проекты. Ух, работы лет нас-то хватит, не меньше. А вот взглянуть хотя бы одним глазом, что будет через 100 лет, а? Интересно. Вы знаете, вот я была в отъезде, и мне вас не доставало почему-то. Если хотите знать даже ваших объяснений в любви. Вы кокетничаете со мной. Немножко. Я понимаю, вы меня не любите. Но не будет. Не может быть человека, который любил бы вас сильнее, чем я. Которому вы были бы нужнее, чем мне. Ксения Петровна, я сделаю чудеса, если вы будете со мной. Поймите, ведь я помню о вас все. Когда и как вы были причесаны, одеты. Я могу не смотреть на вас и видеть, как вы ходите, поворачиваете голову. Задумываетесь. Вы полюбите меня, я знаю. Я добьюсь этого. Заслужу это. Я стану для вас таким необходимым, что просто невозможно будет не полюбить меня. Ну куда? Куда вы пошли, игрок? Да, ботвинник из меня не получится. Ничего, перворазрядник, протоиерей, отец Серафим тоже звучит неплохо. А чудесные вы нам розы привезли из Греции. Удивительно, как-то они не завяли. Поразительно. Вчера утром в Афинах, вечером в Москве, а сегодня у вас в Сибири. Чудеса. Чудес нет. Техника. Техника, техника. Все летаете, летаете. А не боитесь в небе на ангела напороться, а? Вот вы все, Федор Алексеевич, подшучиваете надо мной. Не потому ли, что среди священников есть люди недостойные. Так и среди ученых они нередки. Но вы же не такой. Так признайте и за мной право быть честным и искренне нести людям то, что им нужнее всего. Веру в Бога. А почему это вы уверены, что вера в Бога человеку нужнее всего? Ибо пуста душа человека без веры. Это у нас пуста. У таких, как вы, нет. Но вы из сильных и сильны своим делом, которые, по сути, для вас та же вера. А каково слабым, больным, страждущим, одиноким, покинутым? Значит, вы признаете, что ваша вера только для слабых? А разве этого мало? Вы зайдите в церковь. Там и молодые. Молодые, которые взыскуют, а вы им ответа не даете. Или даете, но языком мертвым. А мы отвечаем незамедлительно. И душевно. Ну, а что это доказывает? Только одно. Ваша сила в наших слабостях. Ну, ничего, как-нибудь покончим и с равнодушием. А душевности нам у вас не занимать. Да откуда вам ее взять, душевность-то? У нас брак. Таинство. А у вас регистрация в ЗАГСе. И родился регистрация, и женился регистрация, и умер регистрация. А ведь не для того явилась на свет Божий душа человека, чтобы зарегистрироваться. Но и не для того, чтобы проситься на небо. Все, что создано вокруг нас, это плоды рук человеческих.
И создано это не молитвами, а вопреки им. Вы с 7-летним планом знакомы? Обязательно. И уверен, выполните. Плоть людскую ублажите. А вот с духом как же? Серафим Николаевич, передергиваете? Разве 7-летка это плоть? Это же и дух. Зачем же вы разделяете? Так почему бы нам совместно не опекать человека? Вы материально, а мы духовно. Не цените вы нас. Недооцениваем, Серафим Николаевич. Дай вам душу, так вы утянете и всего человека. Опять заставите уповать на потусторонние силы. А мы рассчитываем на свои, человеческие. Нет уж, Серафим Николаевич, не по пути. Я буду вашей женой, милый. Буду. Вы слышали, что вы сказали? Вы знаете, кто я теперь? Я все. Я единственный счастливый человек на земле. 18:31:27. Отныне этот день, час, минута. Я буду праздновать их. Это будет моим самым большим праздником. Слышите? Слышу. И мы знаем, что человечество только по нашему пути придет к счастью. Человечество, не спорю, но отдельный человек. Какое вознаграждение, или, как у вас говорят, компенсацию, сулите вы человеку за все, что он претерпел на земле? Смерть. Жизнь – это щедрее, чем загробный мир. Загробный мир – это ложь. По-вашему, ложь? По-моему, нет. Однако пусть ложь. Но тогда это самый гениальный и гуманный вымысел человечества за все время его существования. Вечная жизнь. Личное бессмертие и неумолимая торжествующая справедливость. Не здесь, а там. Это заставляет человека жить без подлости, и ему не страшно умирать. Он не старается отодвинуть свою смерть смертью других. Он живет с оглядкой на совесть. Он имеет утешение в жизни для себя. А вы отняли у человека веру в бессмертие. Вы ему говорите, ты умрешь, и больше тебе ничего не будет. То, что проживешь на земле, только это и твое. А хорошо будет твоим детям, внукам, потомкам. И слабый человек звереет. Старается урвать для себя все, на что имеет и не имеет права. Все подавай ему сейчас, любой ценой. Ценой воровства, подлости, разврата, предательства, убийства. Чему бы и нет? Ведь Бога нет, и расплаты не будет. Так, так, так. Стало быть, выходит, по-вашему, все наши беды от того, что мы Бога забыли. А как быть с теми, кто не забывал и помнит? Крестоносцы, инквизиторы, церковники во все века вопили заповеди «Не пожелай» и «желали», «Не убий». И убивали, с Богом на устах, душили науку, грабили народы. Богу Богово, кесарю кесарево, а людям ас воздам. Так вот и ответьте мне, ханжество, лицемерие и преступление под маской благочестия, не ваше ли это наследство? Страшные слова говорите вы.
и в них есть правда. Но опять и опять спрашиваю я вас, как наведете вы порядок в душе человеческой, чтоб сын не покидал отца, жена мужа, брат брата, чтобы ученик не предавал своего учителя, чтобы животный страх смерти не превращал человека в труса поганого, чтобы святое было за душой. Как сделаете? Не мыслю я, как можно это совершить без веры в Бога. Не мыслю. А я мыслю верой в человека. Сейчас на щеля и 7 дней, и знову квечень свежим принес зелень. Сейчас на щеля и 7 дней, небе не веле, едно гордо веле. Не смейте се, не бойтесь жни, что в моих мыслях так и страшный замен. Сейчас на щеля и 7 дней, и от тыгодня сердце закопало. Звыклый ты день, ты летний, очень мило. По колору в тенджи, помалюе целый свят, свят 16 лет. Dlaczego radosne, szczęśliwe są dni? Kocham cię, drogi, ktoś szepnął mi. Wiem, dlaczego radosne. Michał Borisович! Где Федя? Что случилось? Ничего, ничего. Но что касается святого за душой... Прости, Федя. Возражаю. Такое дело, что нужно немедленно все выяснить. Приехала комиссия и сообщила, что в комитет подана объяснительная записка по твоему двигателю. Носит явно рекламный характер. Справедливо вызывает возмущение. Работе грозит закрытие. Да кто же подписал эту докладную? Позвольте, позвольте, да это уж не та ли докладная, которую составил я? Да, она подписана вами. Зачем же вы это сделали? Как же быть, Виктор? А почему ты, собственно, обращаешься ко мне? Как? Ну, разве мы не вместе с тобой? Побойся Бога, Алёша. Неужели мне изменяет память? Помнишь, месяца полтора тому назад у тебя были заводчане? Ну? Ты сказал, что их надо подхлестнуть, чтобы они не спихнули работу обратно, чтобы не называли работу сырой. Ну, все верно. А ты мне ответил, что ты частично согласен с заводчанами. Да. А? И что обо всем этом ты посылаешь докладную Федору Алексеевичу. Да, такая записка у меня была. Да, тогда я считал, что мы зашли в тупик. И тут же подали в комитет докладную записку противоположного содержания. Да, это... Так получилось, это было необходимо, потому что... Почему? Потому что... Извините, Федор Алексеевич, я не предполагал такие ужасные последствия. Я не ожидал. Вот ведь как все нелепо получилось. Так почему же вы все-таки написали эту докладную? Потом, после, я вам все объясню. Ничтожество. Какое же вы ничтожество. Алексей Николаевич! Алексей Николаевич! Какое вы имели право его оскорбить? Я не хочу вас больше знать. Федор Алексеевич.
Надо же пойти за ним. Алёша, ты только не сердись. Ну, ты хоть бы посоветовался с Фёдором Алексеевичем. Он сильно болен, лежит. Если я приду, это ему повредит. И вообще, мама, о чем советоваться? Все равно я должен уехать. Не могу тут жить. Я ему приготовила все чертежи. И он не принял их. Даже не принял. Может, подождать? А то, видишь, выселяют, а мы еще ответ от дяди Кости не получили. Вдруг не примет? Он твой брат. Он тебя примет. Что значит меня, а тебя? Алексеевичем ты обязан был попрощаться. Он к тебе как к сыну. Я попрощаюсь. Письмо. Когда приедет этот из управления? Скоро. Опять кричать будет. Чего кричит? Мы же не препятствуем, выезжаем. Такой человек. Бывает хуже. Легок на помине. Принимайте гостя, Анна Павловна. Федор Алексеевич, вот не ждали. Разрешите? Пожалуйста, прошу вас. Пока на лето в школу, а потом к дяде Косте уедем, к брату моему. Отлично. Вот дядя-то будет рад. Вы же больны, Федор Алексеевич, зачем же вы встали? Зачем я встал, это мое дело, а вот почему сесть негде? Леша. Так, остальное может стоять. Но ведь ваше здоровье. Остальное может молчать. Так, так. В школу, значит, переселяетесь. А потом детки вернутся с каникул, и вас, так сказать, где они? Да. А чего не сделаешь по собственному желанию? Некоторые, я даже слышал, увольняются. А скажите, пожалуйста, по какому праву вас отсюда? Говорят, на законном основании. Раз площадь казенная, Алеша уволился. Только зачем торопиться? А он кричит. Скажите спасибо, что я вам школу нашел. А вы ходили куда-нибудь жаловаться? Проверяли? Ну, куда же мне идти, Федор Алексеевич? У меня, слава богу, сын есть. А вот Леша никуда не хочет идти. Ну, Леша, он свое сделал. Подал заявление об уходе. Да, кстати, угощать гостя будете или нет? С радостью, Федор Алексеевич. Только на кухне-то у меня все запаковано. Ай-яй-яй. А вы распакуйте. Вы там, а мы здесь.
Так ведь он еще сказал, если не уложитесь, не будете готовы, так я, говорит, умываю руки. Кто он? Этот из управления. Трошкин. Вот вдруг вспомнила его фамилию. Умывает руки. Чистоплотный, значит. Да вы что, законов не знаете? Вам втирают очки, а вы укладываетесь. Почему же вы ко мне не пришли? Посоветоваться. Вы зачем бюллетень-то в урну опускали? Просто так делать вам, что ли, было нечего? Федор Алексеевич. Я вам не Федор Алексеевич, я депутат Верховного Совета. Я ваш депутат, понятно? Ну, этот мешком побитый ко мне не пришел. Но вы же серьезная женщина. Почему вы ко мне не пришли? Ну, не хотели ко мне, написали бы прокурору, в райисполком, в горком партии, в обком, наконец. Да где вы, граждане, живете? В Португалии или в Советском Союзе? Я просто не знаю, что мне сейчас делать. Вам сейчас яичницу из трех яиц, не меньше. А этот сундук должен стоять посреди комнаты? Нет. Сейчас. Как фамилия из управления? Трошкин, но я думаю, что вы напрасно. А меня не интересует, что вы думаете. Где взять лист бумаги? В письменном столе, верхний ящик. Федор Алексеевич, вы всегда были для меня учителем, примером и отцом. Но сейчас, перед тем, как поступить так, как вы, наверное, осудите, я прошу вас простить меня и исполнить мою просьбу. В папках материалы и работы, наброски, планы. Кое-что, вероятно, пригодится для дела. Простите, что беспокою вас, но прошу позаботиться и о моей матери. Все мои средства ей. Еще одна просьба. В моем столе есть сверток с надписью «Румянцевой». Это письма, которые я ей писал, но не посылал. А от мертвого пусть прочтет. А от мертвого пусть прочтет. Прощайте, дорогой Федор Алексеевич. Берегите себя. Мой последний поклон Наталье Дмитриевне. Какое несчастье. Алексей Николаевич! Алеша! Вязьмин! Что случилось? Лёшка, сын, где Вязьмин? Ой. Что? Что с вами, Федор Алексеевич? Собака, пес свинячий. Пшел вон отсюда. Стой, вернись. Не смейте от меня отходить ни на шаг. Сейчас интеллигенции будем мозги вправлять. А ты пока разворачивай задом. Собрались еще. Ну, лады. Эй! Сейчас грузить будем! Надо стучать, когда входишь. Кто такой? Надо здороваться, когда входишь. Это что за человек? Человек. Депутат Верховного Совета Дронов. А вы кто? Я работник управления. Товарищ Трошкин. Видите ли, товарищ академик. Вы зачем сюда пришли, работник управления? Так вот, на законном основании. Слушайте меня, Трошкин, внимательно. И раз навсегда запомните.
что это сплошное беззаконие. Вы это сами прекрасно знаете. Так вот, если вы еще раз сюда сунетесь, я все дела брошу и займусь только вами. Я и так не оставлю этого дела. А теперь вон, чтобы духа вашего здесь не было. Я буду жаловаться. Стой! Верните его живо. Прошу вас, вернитесь, пожалуйста. Я вас чему учил? Когда входишь, стучать в дверь. Понятно? Когда входишь, а не когда выходишь. А ну-ка, выйдите, как полагается. Ну, знаете ли. Ой, яичница. Не надо нам яичницы. Нам это дело нужно. Поняла, Федор Алексеевич. Выбросите-ка все дурное из головы. Вот закончим испытание, завернем такие дела. Есть кому передать эстафету, мой факел, мое святое за душой. У нас есть святое за душой. Именно у нас и есть. И это ложь относительно неверия и предательства. Жизнь — это сражение. И каждый должен себя спросить, зачем живешь, за что бьешься. Надо быть готовым к ответу. Тогда не страшно и то, что после... Вы это о чем? Да так, не доспорил с одним человеком. Доспорил. Умеете? Не уверен. Ничего-то он у вас не умеет. Так. Ну, а теперь говори мне ты. Спроси что-нибудь. Спроси, как мое здоровье? Как здоровье? Чье? А ты мне не ну-ка, я тебе не лошадь. Ну, говори мне ты. В другой раз. Он в другой раз, Федор Алексеевич. У вас все в другой раз. И яичница. Завтра утром придешь ко мне. Болен я, не болен. Лежу в постели, не лежу, все равно. Есть дело. А заявление приказываю взять обратно. Тоже по собственному желанию. До скорого свидания. Спасибо.
Он только что был у меня. Мы пили на брудершафт. Он понял, что я не нарочно. Честное слово. Все. Теперь я чист перед вами. А при чем здесь вы? Как? Но ведь мы с вами... Мы с вами, мы с вами. Он не хочет меня знать. Ксения Петровна. А я люблю его. Слышите? Люблю. Хочет он меня знать или нет, безразлично. И оставьте меня в покое. Раз и навсегда. Очередной номер, молодцы. Я болен. Подойти не могу. Да? Он болен. На хвилку штриковань. Жекни мне, як це танчить чарастон. Представ си баби, як голки будуть кулить очі. Až jim zítra povím, jak se to tancuje, už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, oje. Не понимаю, как ты можешь? Как будто ничего не произошло. А что, собственно, произошло? Вязьми номер. Федор Алексеевич слег и уже не встанет. Румянцев на себя не похоже, а ты... А при чем здесь я? Вот именно. А что это за то, Насенька? Я ведь не потерплю. Потерпишь. Всем ты умеешь заткнуть рот. А мне лучше других. Но сейчас я скажу все. Ой, Насенька, родная моя, ну иди. Для чего ты живешь, Виктор? Для кого? Ой. Родную мать ты не любил. Это я посылала ей письма, деньги. Это я ездил на ее похороны. А ты ограничился телеграммой. Скорблю, нет сил приехать. Я был болен. Так же, как и сейчас. А со мной, когда были тяжелые времена, как ты вел тогда себя, Виктор? То есть? В 53-м году, когда были арестованы врачи. Нет, ты понимаешь, что ты говоришь? И как ты несправедливо. Ну-ка, вспомни, сказал я тебе хоть слово? Ты молчал. Но ты вдруг перестал меня понимать, бывать со мной на людях. Но потом врачи выпустили, и ты снова стал меня понимать. Ну, значит, это... Ну, ай, хорошо, ладно. Может быть, ты живешь для работы? Нет. Друг твой погиб. Учитель при смерти. Дело застопорилось. А тебя волнует только одно. Как бы эта история не задела твоего покоя. Ты никого не убил, не ограбил. Тебя не привлечешь к уголовной ответственности. Все, что ты говоришь, правильно. Обязательно правильно. Но своим равнодушием ты все лишаешь смысла. Все омертвляешь. Преступник может раскаяться. Равнодушный. Неисправим. Преступник? Равнодушный? Ты понимаешь, что ты говоришь? Ты прости меня, Асенька, но я самый обыкновенный, заурядный человек. Это великие люди живут жертвенной жизнью, за это ставят памятники даже при жизни. А все мы прочие эгоисты, но при этом мы делаем что-то полезное для других. Так не суди меня той мерой, которой я не гожусь. Таких, как я, большинство. Это ложь.
Человеку необходимо, чтобы он был кому-то нужен. Как муж, как отец, как друг, как учитель, как гражданин. Иначе он не живет, а существует. Пойми это, Виктор. Не понимаю. Я не понимаю, чего вы все от меня хотите. Если бы ты знал, как я устала от тебя. Асенька, родная моя, все так хорошо. Я люблю тебя. Ты любишь меня. А все остальные, господи, им же нет никакого дела до нас с тобой. Ну, родная моя, Асенька, хорошая, ну, не надо. А знаешь, ты неисправим. Слава тебе, Господи, что у нас нет детей. Сволочь. Увеличьте тягу. Увеличить тягу. Ну-с, как мы себя чувствуем? Странный вы народ, доктора. Любите с больными на мы. А мы не получается. Мы себя чувствуем по-разному. А вы лучше поменьше разговаривайте. Нет уж, дайте мне выговориться в волю. Так сказать, без регламента. Просто не понимаю, как она будет. Мы еще с тобой всюду поездим. В Греции будем, в Лондоне, по Союзу. Я ведь сейчас в самом расцвете сил. Повезло у меня с женой, верно? Да. Вы знаете, есть такая житейская пословица. Нет ничего на свете лучше хорошей жены, и нет ничего хуже плохой. А на мужа это не распространяется? Распространяется. Но почему он? Что ж поделаешь, борьба. Слабые падают, равнодушные дезертируют, остальные бьются. Как же это все быстро промелькнуло? Что? Жизнь. Обидно. Вот тут мое будущее. Будущая жизнь. Люди есть, подхватят. Жаль Румянцеву. Ну как же это она? Румянцева не виновата. Она была только орудием. Ну, бросьте, доктор, кому-кому, вам должно быть известно. Человек – существо одушевленное, орудие может и не быть. Но ошибиться может именно потому, что одушевленное. Она энергична, умна, талантлива. Но руководитель должен иметь еще одно качество. Какое же? Это верно. Выпейте. С удовольствием. Удивительно хочется пожить. А вдруг эта штука мне поможет, а? Ну, Феденька, да ты совсем молодцом. Михаил Борисович, сколько часов проработал двигатель? Пока еще сведений нет. Но испытания на заводе идут полным ходом. Румянцева, как ученый, оказалась на высоте. Как ученый, но этого недостаточно. А Морозова вон. Этот-то за Свинцова равнодушие ко всему, кроме своей особы, готов загубить все. Вон и с шумом для блага науки. Обещаете? Обещаю. Вот это мужской разговор. Я прошу вас. Умоляю. Он же сказал, что не хочет вас знать. Но это нужно по работе. Я настаиваю. Я требую.
Так вы знаете, Серафим Николаевич, почему я вас так срочно к себе попросил пожаловать? Даже не догадываюсь. Не доспорили мы с вами? Помните тогда за шахматами? Поверьте, я очень сожалел потом. Я рад был бы оказаться неправым. Охотно верю, но все же давайте продолжим. А может быть, не сейчас? Эй, медицина, не мешай. Мне теперь все можно. Так я себе прописал и помогает. Так на чем мы с вами остановились, Серафим Николаевич? Да, мы говорили относительно отсутствия святого за душой. К сожалению... Прости, Федя, там Румянцева, она просит разрешения войти. Очень просит. Феденька. Ради дела требует. Ради дела? Пусть войдет. Я сказала, что прошу вас принять меня по делу. Это правда. И это ложь. Правда, потому что я должна вам сообщить, что испытания прошли успешно. Вот и вся правда. А ложь? Я пришла не для этого. Вы должны знать, что я все поняла. Никогда больше я не позволю себе оскорбить человека недоверием. Я поняла, что есть хрупкие. Я поняла свою вину и буду искупать ее всю жизнь. И я... Ну, ладно, это потом. Сколько часов проработал двигатель? 100. Великолепно. Знаете ли вы, что это за папка? Да. Возьмите. Так о чем мы с вами? Я что-то... Вы говорили об отсутствии святого за душой. Это вы говорили об отсутствии. Сейчас не время и не место. Место и время. Конечно, утешать битых – дело возможное и благородное. А кто же будет бороться, создавать? Бороться и создавать. Для того и живем. Иначе зря родился, напрасно существовал и навсегда умер. А того света нет. Даже легендарного. Нечего там человеку делать. Не за что ему бороться. Это же дурная. Дезертирская легенда, ибо обещает безделие за терпение. Чепуха. Человеку надо сказать,
те, кто говорят тебе терпи, а на том свете получишь сполна, а обманывают тебя, ты умрешь и не притянешь их к ответу. Помни, все, что удалось тебе свершить на земле, это вся твоя жизнь. Это единственно честный и смелый разговор с человеком. Тогда человек начинает думать, мало сделал. Неужели только для этого и родился? Как живу? Не гоняюсь ли за символами? Не рву ли куска у других, чтобы самому иметь два? Для чего? Зачем? Глупый я человек. Зачем? Неужели я не знаю, что туда с собой я ничего не возьму? Там ничто. Все остается людям. Дурное и хорошее. И в этом оставшемся мое забвение или бессмертие.